Здравствуйте, уважаемые друзья и участники группы «Масштаб». Сегодня хочу вам представить обзор американского истребителя P-40 от фирмы «Академия» в 72-м масштабе. Про данный истребитель могу немного рассказать историю. В 1939 году он поступил на вооружение ВВС США. Данный истребитель имел 19 модификаций. В общей сложности фирмы было построено почти 14 тысяч истребителей P-40 всех модификаций, которые находились на вооружении 26 стран мира. Теперь приступим к обзору. Тут на коробке у нас уже представлены фотографии собранной модели. Далее открываем. У нас в коробке два пакетика. Инструкция и декаль. Достанем. Смотрим первое. Тут у нас все отлично. Облоя нет. Толкатели внутри. Так. Пакетик с прозрачными деталями. Так, следующий. Так. На мелких деталях все чисто, на крыльях все чисто. Толкатели у нас внутри. Так, следующий. Также у нас на мелких деталях также все чистенько. Облоя нет. Следы толкателей находятся внутри крыльев. Так, далее приступим к конструкции. Это у нас окраска. Тут также представлены варианты окраса конструкции. Дальше у нас пакетик с декалью. И для данной модели, вообще данная модель мне была подарена ДЭСом. И для данной модели он также мне еще прислал в подарок фототравление от фирмы Эдуард. Спасибо ему большое за такой подарок. Неожиданно было. Так, вот мы здесь имеем две пластинки фототравления. Это закрылки и кабина пилота получается. Ну и инструкция. Всем спасибо за внимание. Ожидайте следующих обзоров.